нас сменился кабинет министров. Ты рада? Да. Это хорошее событие? Да. Лучше новые министры, чем старые? Да. Ты знаешь какие-нибудь другие слова, кроме «да»? Нет, пока. Угу. Хорошо. Скажи, каких ты министров знаешь? Министр здравоохранения бывает, который лечит. Угу. Еще министры пожара бывают. Угу. Еще бывает министр, который считает деньги. Это как его зовут? Министр финансов? Угу. Сколько денег должен уметь считать министр финансов? До 100 килограммов. Давай я буду перечислять, а ты мне говори, есть такой министр или нет? Давай. Давай. Министр по делам спорта есть? Есть. Министр образования есть? Министр образования есть. Министр надувных шариков? Нету. Министр мобильных телефонов есть? Есть. Министр моды? Нету. Ты бы могла стать министром моды? Вот этот вопрос надо обсудить. С кем? С кем-то. Как зовут начальника всех министров? Самый главный министр фамилия Медведев. Угу. Он премьер? Мультфильмов. Не совсем. Давай набирать правительство. Кто министр обороны? Шойгу. Так. Кто министр спорта? Мутко. Кто министр финансов? Собянин. А кто будет мэром Москвы? Мой брат. Ты бы хотел быть министром? Хотел. Министром чего бы ты был, Федь? Я хотел быть министром туризма и волшебства. Ой, как хорошо. Это практически одно и то же. Я думаю, я бы хотела бы возглавить свое министерство, которого нету. Ты бы сама придумала министерство? Да, министерство культуры для детей. Чтобы дети уже зарабатывать начали. Все, я понял. Вот. Допустим, сейчас очень много детей снимается на телевидении. Да, ага. И чтобы за ними следить, ага. Чтобы они там ничего не воровали. Да, ничего вот не очень делали. Важно. Да. Когда они будут зарабатывать, они будут платить налоги, чтобы их бизнес прорастал. А у детей и бизнес тоже появится, да? Да. Ага. Еще... А ты, я смотрю, алчная бабенка. Еще чтобы... деньги зарабатывать, 50% они будут отдавать родителям. Нет, неправильно. Смотри, если дети работают, ну, например, на телевидении, к примеру, то надо, чтобы они родителям отдавали 20%, 70% отдавали человеку, который их пригласил, ну, да. И вот, и 10% уже оставляли себе. Ну да, и так все будут зарабатывать. Вот ты о чем хочешь попросить министров? Чтобы они что сделали? Ты говори, а я буду считать. Первая задача. Чтобы они убивали браконьеров. Убивали прям браконьеров? Да. Копьем. Копьем. Вторая задача. Чтобы они фоткали все вокруг. Можно ли фоткаться министром рядом с телом убитого копьем браконьера? Да. Отлично. Третья задача. То, что они мыли кружки. Чтобы они мыли кружки? Да. Потому что там зараза гуляет. Да. Угу. Четвертая задача. Чтобы они мыли соски. Чтобы они мыли соски? А зачем министрам соски? Ну, дети, которые их на улицу потеряют, помыли. Чтобы министры ходили по улицам, искали детские соски и мыли их? Да. Может быть, для себя что-то попроси. Но что нужно? Вот что вам, детям, нужно от нового правительства? Чтобы нам родители хотя бы отдавали чуть-чуть денег. Пусть отдают. Будем платить налоги, чем родители. Ну, конечно. Уж вы-то это лучше сделаете. Да. Уж вы, по крайней мере, не будете бегать по упрощеночке там 6% отслюнявливать. Да. Понятно. А могут ли министры меняться местами? Может министр быть министром здравоохранения, а потом завтра стать министром культуры? Не может. А может министр стать, был министром спорта, а стал министром строительства? Нет. Потому что это же не волшебство, это не волшебный какой-то шкаф. Май, давай от тебя что-нибудь пожелаем. Скажи, дорогие министры. Министры дорогие, я желаю вам счастья, здоровья и много хорошей работы. Угу. Ты забыла пожелать еще успехов в учебе. Точно. Успехов в учебе. В учебе.